Доброго вечора глядачам телеканалу ЗЕТ. Саме зараз в прямому ефірі програма «Здоров'я». Програма, яка допоможе кожному зберегти бадьоре, активне, а головне – здорове життя. Боротьба з коронавірусом, поради від сімейного лікаря. Ось так звучить тема нашої розмови, яка на сьогодні хвилює не тільки всю Україну, а й сміло можна сказати всю світову спільноту. Тому, глядачі, якщо і у вас є запитання, на які ви хочете знайти відповіді, в найближчі півгодини телефонуйте нам і пишіть свої повідомлення. Представляю нашу сьогоднішню гостю. Це лікар загальної практики, сімейний лікар багатопрофільної лікарні «Віта-центр» Ольга Ярославівна Половинченко. Доброго вечора. Доброго вечора, Анна. Дякуємо, що ви в такий напружений графік все-таки змогли завітати до нашої студії, бо, власне, я думаю, багато людей розуміють, що на сьогодні дуже непроста задача стоїть саме перед лікарями. Ну і, власне, сімейні лікарі – це окрема тема для розмови. Тож, розкажіть, будь ласка, наскільки змінилась у вас робота в осінньо-зимовий період у сімейного лікаря, з якими складнощами вам доводиться стикатися і, можливо, з якимись міфами і як часто вам доводиться боротися? Да, действительно, сейчас в осенне-зимний период, начиная с осени, работа семейного доктора, можно сказать, даже в тройном размере усложнилась. Приходится принимать пациентов больше, чем рассчитан прием. Отказать пациенту нельзя, потому что люди приходят за помощью. И пациентов стало в разы больше. Много людей сейчас болеет. Много на дом вызывают. Телефонные звонки тоже имеют место быть. Мессенджеры. То есть доктор работает сейчас просто в режиме нон-стоп, семейный доктор. Помимо того, что у него есть пациенты на приеме, телефонные звонки тоже раздаются в любой момент, неподходящий во время приема и после приема. И уже когда доктор возвращается уставший после работы домой, и все равно продолжаются еще телефонные звонки, или доктор смотрит, какие ему пришли сообщения, и старается всем ответить. Потому что сейчас такой период тяжелый, эмоционально тяжелый. Люди, ну, как я сказала, и болеют много, и люди напуганы в какой-то степени, боятся и за свое здоровье, и за здоровье своих родственников, родных. Поэтому оставить без внимания пациента – это неправильно. И часть работы семейного доктора еще заключается в том, чтобы успокоить пациента, помочь ему, назначить лечение, но и помочь психологически пациенту справиться с проблемой, с его здоровьем. А наскільки змінилося взагалі прийом пацієнтів? От ми розуміємо, що раніше, за рік до цих всіх подій, пов'язаних із ковідом, люди з простуду могли лікувати просто вдома, так? Не звертаючись за допомогою до сімейного лікаря. На сьогодні чи збільшилась кількість таких застудних захворювань, з якими вже все ж таки приходять до лікаря? Сейчас люди больше обращают внимание на свое самочувствие. Даже если у них появились легкие катаральные симптомы, легкие симптомы простуды, ну, например, насморк или невысокая температура, каждый подумает про себя, и есть ли у меня коронавирусная инфекция в первую очередь. Поэтому да, сейчас действительно, если раньше простуда могла протекать, ну, то есть человек мог и не обратить внимания особо, да, он мог продолжать работать и там использовать какое-то симптоматическое лечение, капельки в нос, да, или вот от температуры препарат, то сейчас даже с целью понять, насколько он опасен для общества, человек задумается и все-таки обратится к доктору, чтобы доктор ему помог, скурировал, направил его по нужному пути диагностики и лечения его проблемы. Угу. Ну, але ж, мені здається, однозначно і змінилася виписка лікарняних, так? Якщо раніше з простудними якимись захворюваннями люди могли відвідувати роботу, так? То на сьогодні як це відбувається? Сейчас і роботодатель тоже, ну, как бы настроены на то, что все-таки чтобы его работник остался дома,
пронаблюдал свое самочувствие, обратился к доктору, чтобы доктор все-таки диагностировал, то ли это просто инфекция, вызванная вирусом, ну, не коронавирусом, да, или все-таки есть какие-то симптомы и есть коронавирусная инфекция, потому что от этого зависит там, ну, период самоизоляции, как долго ему нужно находиться дома и все-таки как много человек с ним проконтактировало. Угу. Ну і от ваша порада, як би ви порадили, якщо ти відчуваєш якісь перші симптоми простуди, так, застуди звичайної, треба звертатися негайно до сімейного лікаря, чи все-таки треба почекати на якісь більш серйозніші симптоми? Я советую обратиться к сімейному доктору, к своєму. Как получится, или прийти на прием, если есть возможность записаться, или хотя бы в телефонном режиме уведомить своего семейного доктора, что есть изменения в самочувствии, что есть какие-то катаральные симптомы, есть повышение температуры. И уже доктор примет решение, то ли он пригласит на прием, то ли он ему расскажет тактику действия пациента, как себе помочь, и на какие обратить симптомы внимание, чтобы в дальнейшем вовремя выявить, допустим, ту же коронавирусную инфекцию. Угу. Или какое-то осложнение там, той же обычной инфекции, осложнение, допустим, в виде бактериальной инфекции. Угу. Тобто, давайте нагадаємо нашим глядачам, що першочергова ланка при якихось захворюваннях так, із тим самим ковідом пов'язаних – це сімейний лікар, правильно? Сімейний лікар, да, так. Угу. І давайте трошки спробуємо з вами, можливо, розвінчати, можливо, підтримати міфи, які існують навколо цього захворювання. І перша, найпоширеніша думка, що нібито з ковідом зникає нюх та запах і смакові якості, так? Чи завжди це відбувається так, чи є це симптом? Симптомом першочерговим ковіду, чи можливо може протікати цей коронавірус і без таких симптомів? Да, действительно, потеря обоняння, вкуса являється одним із симптомів коронавірусної інфекції. І многие знають об этом. І як тільки у них появляється такий симптом, вони перепугані, думають, що все, коронавірус, це щось серйозне. Ну, звісно ж, спрашивають, як їм далі бути, як швидко у них появиться вкус, запах. И как долго такое у них будет состояние, как долго они не будут ощущать запахи. Ну, это неприятно, многих это пугает, да, и действительно является все-таки одним из симптомов. Но не всегда потеря обоняния и вкуса, то есть если есть подтвержденная коронавирусная инфекция, то обязательно должен быть этот симптом. То есть не всегда. Угу. Тобто може протікати і без таких симптомів, так? Да. А існує теж такий міф, нібито якщо в тебе зник смак та запах, то в тебе протікає менше... Ну, в легкій формі. Так, в легкій формі. Це правда чи ні? Я слышала теж таке мнение, але на практиці скажу, що може бути потеря вкусу і обоняння, і у чоловіка бути і пневмонія. Тобто, ну... Это уже как бы расценивается средней тяжести. Ну, может быть и легкой, и средней тяжести. Поэтому может быть и в легкой, и может быть и в более сложной с, уже с осложнениями. Угу. Тобто все-таки мы это відносимо до них. На практике я вижу, что так. Угу. Вижу, что есть потеря вкуса, обоняния, и есть осложнения. Важлива теж тема, як бути людям, які проживають разом, і от в одного із членів сім'ї виникла підозра на те, що в нього коронавірус. Як взагалі от їм бути правила домашнього карантину, чи як їм взаємодіяти? В першу чергу, якщо в сім'ї підтвердився випадок коронавірусної інфекції, не треба паниковать, не надо бояться. На моей практике то, что я вижу, мы ведем и заболевшего, и его курируем, его тоже членов семьи, они идут как контактные. Какие-то рекомендации даем основные. Вот, не всегда, ну, даже можно сказать редко, я вижу, что заболевают члены семьи, даже если они находятся в условиях одной ну, в квартире, в одной живут, да. Если соблюдается ну, масочный режим, если и заболевшие, и члены его семьи ходят в маске дома, проветривают помещение, это очень важно. То есть не замкнутое, мы не закрываемся дома. Сейчас есть отопление, батареи греют. Мы не должны допускать, чтобы в квартире был сухой воздух. Угу. Вирус это любит. Нам нужно, чтобы помещение было проветриваемо, чтобы ну, свежий был воздух, влажный. Угу. Вот, поэтому нужно делать уборку в квартире,
ну, опять-таки, масочный режим, вот, и стараться меньше контактировать. Вот если есть такая возможность, изолировать заболевшего в комнате в отдельной, вот, и прием пищи в разное время с другими членами семьи, и все будет хорошо. А як взагалі на сьогодні відбувається ситуація от з контактними? Тобто ви визначили, хто людина захворіла, так, з членів сім'ї, потім ви пишете ці списки контактних людей. Вони якось мають залишатися вдома там 3 тижні, чи вони мають право відвідувати ті ж самі навчальні заклади, там роботи? Якщо в сім'ї підтвердився у одного із членів сім'ї вірусна інфекція, подтвердилось, то остальные члены семьи должны находиться дома. То есть они все находятся на самоизоляции. Детки не ходят в садики, в садик не ходят в школу, взрослые, соответственно, не ходят на работу. И так как они контактные, им тоже, если нужно, нетрудоспособны, ну, как бы выдается больничный лист по самоизоляции. И эта самоизоляция будет проходить на протяжении 14 дней. От дня положительного результата ПЦРа заболевшего. От дня, вот, когда его взяли в работу, и мы получили вот этот положительный результат. Вот от этого дня мы считаем 14 дней. Это если не появились какие-то симптомы. Если у контактного появились симптомы, то мы уже его, там совсем другая тактика. Мы его уже ведем как заболевшего и уже его наблюдаем и лечим. До кого мають звертатися ці члени сім'ї, які є контактними? До сімейного лікаря, до свого? Чи, можливо, вони можуть спростити собі історію і, от, наприклад, звернутися до вас, як до лікаря, який лікує хворого? Буває таке, що в одній сім'ї різні сімейні доктори. Буває, так. Буває. Поэтому, если я могу чем-то помочь, допустим, если я не являюсь семейным доктором контактного, то если есть необходимость, меня спросят, я всегда подскажу, сориентирую. Если, ну, а так вообще семейный доктор уже контактного занимается. Угу. Ну, чому я вас запитую? Бо, власне, на сьогодні, як ми самі почали цю розмову, сімейні лікарі досить перенавантажені. Yeah. От, і тому, власне, от, до кого бігти, кому задавати запитання, це важливо. Ви декілька разів повторили про ПЦР-тести, теж виникає багато запитань. По-перше, на який день захворювання його варто робити, чому його не можна робити раніше, і яка існує похибка? От момента заболевания, если это первые несколько дней, первый, второй, третий день заболевания, мы не назначаем ПЦР-исследование. Это будет рано. Мы сделаем его, мы получим результат отрицательный, мы вируса не найдем. Поэтому после 5-7 дня от начала симптомов можем уже вести разговор о посеве полимеразной цепной реакции на коронавирусную инфекцию. То есть не раньше 5-7 день от начала заболевания. Тобто до вас звертається, наприклад, людина з симптомами захворювання. Ви її направляєте на лікарняни так 5-7 днів і чекаєте. Я правильно це розумію? Так, да, ми лечимо як острую вірусну інфекцію, симптоматично. Да, якщо потрібно жаропоніжаюче, обильне питьо і симптоматическое лечение. Вот. Если температура, допустим, остается, или какие-то симптомы появились, допустим, тоже пропал нюх, обоняние пропало, то тогда можно уже вести разговор, чтобы посеять человека. Или он наверняка знает, что он проконтактировал. Вот на работе подтвердился, и вот говорит пациент, я знаю точно, что мы длительное время пребывали вместе. То тоже тут стоит подумать, что, скорее всего, да, есть. Есть симптомы, был контакт длительный, и у человека, с которым он проконтактировал, подтвердилась коронавирусная инфекция. То тут тоже. Тобто, як би ви порадили тій сім'ї, так, у кого член сім'ї захворів, має пройти 5-7 днів до того, як йому зроблять тест на ПЦР, так? Поки ми не можемо знати остаточно, чи захворіла ваша людина на ковід, чи, можливо, це просто застуда, ізолювати краще? Краще так. Краще изолировать. Да, если есть возможность, вот в садик не повезти ребенка, лучше его оставить дома, изолировать. Опять-таки, если человек, ну, супруга, например, муж заболел, а супруга работает, то мы не можем, у меня нету пока оснований ее оставить дома. Угу, зрозуміло, пані Ольга. Сейчас очень много работают дистанционно, поэтому если вот есть возможность поработать дистанционно, все-таки, да, остаться дома на... как бы пронаблюдать на самоизоляции. Зрозуміло. Пані Ольга, у нас є з вами телефонний дзвіночок. Алло, алло, добрий вечір. Доброго вечора, так. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Андрій. Андрію, слухаємо ваше запитання. Так, запитання таке. Чому вірус
розповсюджуються не серед контактних, наприклад, членів сім'ї, там, співробітників, а точечно, виборочно. Може, справа не в заразності віруса, а зовсім в інших питаннях. В тому, що людина вже хворіє і має якісь патології, в ньому створені ті умови, які благоприятні для розвитку цього вірусу. І взагалі немає сенсу огороджуватися друг від друга, а треба міркувати про те, щоб не створювати цих умов для розвитку цього вірусу. Чому ви не ізолюєте контактних, якщо він такий заразний? Дякуємо, пане Андрію. Слухаємо відповідь нашого. Спасибо за вопрос. Заразиться человек коронавирусом или нет, зависит от нескольких факторов. От того, насколько, в каком состоянии находится его иммунная система. Болеет ли он какими-то хроническими заболеваниями. Сколько вируса, доза вируса, которая попала в организм человека. То есть есть сопротивляемость организма и есть доза вируса, которая попала в организм. Да? Угу. Если все эти факторы сошлись, да, есть ослабленный иммунитет, есть хронические заболевания, и проконтактировал с заболевшим и получил дозу достаточную вируса, то человек заболевает. Угу. Поэтому есть смысл изолироваться и заболевшему, и которые контактные, да, люди тоже находиться дома на самоизоляции. Есть смысл. Угу. Тобто однозначно ми не можемо вірус так сказати. Вірус знайде того пацієнта, який його чекає, скажімо так. Якщо людина буде ослаблений організм, то він заболіє. Угу. Зрозуміло. Я сподіваюся, пані Андрій теж почув нашу відповідь на запитання. Ну, повернемось до нашого розвінчування міфів. Власне, про ПЦР-тести ми з вами трошки розібралися. Ще одне таке важливе запитання – це рентген легень. Або ще якісь основні там додаткові Можна, такі. Я ще зроблю, да? Ага. Пам'яточку таку. ПЦР-исследование. Я стараюсь говорити всім своїм пацієнтам. Ну, може бути, ну, не успели доктора, не предупредили, по-разному буває. Или мимо ушей там пацієнт прослушав. Забор аналіза делается все-таки натощак. Угу. На голодний желудок. Зубки ми утром не чистим. Горячие напитки мы не пьем, антисептики в горло, в нос мы не используем. Человек приходит и максимально вот как есть. Угу. Потому что забор, результат может поменяться. Да? Если вот антисептики были использованы или утром выпил чашечку кофе или чая, то можно вирус и не выявить. Власне, на цьому і, мабуть, і тримається похибка, так? Бо що можливо, да. Правильно ли зроблено, глибоко ли зроблено дослідження, да? Тому що це робиться смив із носа і горла. Вот. І, опять-таки, як підготувався пацієнт. Або хоча б, якщо, тому що посеви робляться в течение дня, не тільки в утреннє время. Якщо в течение, ну, днем прийшов пацієнт, то хоча б 4 часа. 4 часа мінімум, щоб не було антисептиків, не було гарячих напитків, вот, і тогда. Це важливий акцент, так? Це важливо. Да. А через скільки, от якщо зробили ПЦР-тест, він виявився позитивним, так, що людина захворіла, через скільки треба робити повторно його? По останнім рекомендаціям, повторний ми не робимо. Угу. Да, мы раньше делали, мы делали на 10-й, на 13-й день. Сейчас мы клинически смотрим. То есть я прошу пациента, я думаю, доктора многие так делают, вести температурный лист. И мы наблюдаем, мы смотрим за клиникой. Но мы сейчас ведем речь о амбулаторных больных, угу. которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме. Угу. Вот, я прошу своих пациентов, чтобы они вели температурный лист, записывали температуру утром, вечером. И это и пациенту информативно, а мне тем более как доктору. И я вижу, как изменяется его самочувствие. Ну, в лучшую сторону, конечно же, я жду положительную динамику. Если в течение 3 дней минимум, я вижу, и после получения результата прошло ну, уже около 10 дней, и последние 3 дня, к примеру, подряд была нормальная температура, у него нет жалоб, нет клинических проявлений, мы можем говорить о том, что он здоров и может быть трудоспособен. Угу. Если в течение 10 дней есть повышение температуры, даже до невысоких цифр субфебрильных, то мы ждем еще 3 дня, и тогда повторный осмотр, меряем сатурацию, да, пульсоксиметром, это насыщенность артериальной крови гемоглобина. Угу. Это есть у каждого семейного доктора. Многие пациенты тоже приобретают и могут контролировать. Норма – все, что выше 92. Все показатели выше 92 – это норма.
99, 98, 96 норма, 94, 95, это тоже еще норма, но уже вот, то есть тут уже надо смотреть, вот когда я вижу такие показатели. Может виникати запитання, да, так? Так, угу. Зрозуміло, про ПЦР-тести, да. Ніби ми трошки з вами розібралися, повернемося з вами все-таки до рентгену легень. Я чую багато історій, коли люди йдуть самостійно, собі їх роблять. Досить часто навіть не за показаннями, а більше за панікою, за власною. Як би ви це прокоментували? В яких випадках треба це робити? І чим небезпечно такий профілактичний рентген-огляд легень? Рентген-ісследування, якщо робити часто, то може, наоборот, бути навіть дуже вреден. Да, мы не делаем безразборочно, только по показаниям. Желательно раз в год или по показаниям мы можем. Угу. Если есть высокая, к примеру, высокая температура на фоне лечения симптоматического, она не снижается. Температура это уже 7-10 дней держится. Сатурация, допустим, 95. Угу. Хрипы аускультативно не выслушиваются. Они не всегда выслушиваются при пневмониях, с которыми мы имеем дело, при ковидных пневмониях. Плохо выслушивается, поэтому мы тут смотрим на клинику. Температура, сатурация, жалобы пациента. Пациенты могут предъявлять жалобы на какой-то дискомфорт в грудной клетке, какую-то боль даже, одышку. Одышка даже нечастый симптом. То тогда стоит сделать рентген. Угу. И в ВИТА-центре я вижу уже результаты, возвращаются пациенты. Я очень довольна, как наши доктора делают рентгенографию, и они смотрят дополнительно, делают рентгеноскопию. Угу. И всех, кого мы направляем, как правило, возвращаются с результатами. Можливо, ще якісь є дослідження, які варто робити саме при ковідній інфекції? Да, действительно, можно еще делать компьютерную томографию, угу. Да, но это уже как дополнительный, как более точный метод исследования. Если, к примеру, мы сделали рентген, на рентгене нету инфильтрации, пневмонии нет, а клиника есть, да, есть какие-то жалобы со стороны дыхательной системы, есть одышка, угу. Есть сатурация тоже такая, 93, к примеру, и на рентгене норма, есть температура, то все-таки стоит подумать о том, что нужно сделать компьютерную томографию. Угу. Но это, власне, теж направляє лікар, так? Самостійно цього не варто робити. Только направление доктора. Да. Угу. Зрозуміло. І ще досить поширена думка про те, що як ніби в тебе вдома піднялася температура, то краще самостійно прийняти там якийсь антибіотик або чого ще там гормональні якісь препарати, так? І вдома воно саме зникне. Як би ви як сімейний лікар прокоментували таке самолікування? Я очень категорично отношусь к беспорядочному назначению и применению антибиотиков. Угу. И я вижу на практике, что это имеет место быть. Угу. А чем это небезпечно? Пациенты, очень много информации есть в интернете. Пациенты, люди делятся друг с другом этой информацией. И на всякий случай выпить азитромицин, самый распространенный антибиотик сейчас вот на всякий случай. Угу. Антибиотик очень сильный. И применять его на всякий случай категорически нельзя. Очень много побочных действий может быть после приема антибиотика. И не говоря уже о резистентности. Если мы будем беспорядочно принимать антибиотики, нам просто потом нечем будет лечиться. Угу. Поэтому это нельзя делать на всякий случай. Есть показания, если доктор сочтет нужным, то тогда назначаем. И коронавирусная инфекция не лечится антибиотиком, потому что это вирусная инфекция. Мы можем добавить антибиотик, когда уже есть осложнение. Да? Добавляется бактериальная инфекция. Тогда да, действительно, есть смысл, и мы помогаем организму бороться. На начальных этапах однозначно нет. И гормональная терапия тоже. Вижу назначения от других докторов, и пациенты тоже у меня спрашивают, а нужно ли дексаметазон все-таки, тоже, чтобы не было осложнений, чтобы убрать воспаление, тоже по показаниям. Есть показания, мы назначаем. На легкую форму, если оно протекает по плану, да, симптоматическое лечение дает эффект, мы не применяем ни дексаметазон, ни антиагреганты для разжижения крови.
да, угу. препараты, которые разжижают кровь, там кардиомагнил или другие аспирин содержащие препараты. Мы не принимаем тоже так вот на всякий случай. Тобто, якщо зробити висновок із вашої відповіді, то на сьогодні краще взагалі так не займатися самолікуванням, а краще зайвий раз звернутися до сімейного лікаря, ніж ти сам собі щось налікуєш, правильно? Да, это действительно так, на 100% уверена в этом. Лучше угу. обратиться к доктору, и доктор поможет, назначит план лечения. Поможет пройти по этому пути пациенту. И не придется потом уже лечить какие-то осложнения и лечить уже пациента, который сам уже напринимался много разных препаратов и антибиотиков, и мы получаем вот пациента, который длительно температурит, он уже попринимал антибиотики, и нам приходится теперь голову ломать, а что же ему теперь назначить? Если бы, потому что антибиотик, который он пил, допустим, он мог быть резервным антибиотиком, а ему нужно было все-таки с другого начать. Угу. Тобто буває, просто починають пити занадто рано, так? І да. потім вже, коли треба цей антибіотикотерапія, вона виявляється неефективною. Да, він вже його пропив. І що угу. тепер? Давайте ми тепер будемо назначати сильні антибіотики, які резервні, повинні залишатися в резерві. Угу. Зрозуміло. І пропоную заакцентувати ще нашу увагу на питанні носіння масок, користуванням антисептиків та взагалі дотриманням якоїсь там відстані, наприклад, безпечної. Як би ви це прокоментували? Я думаю, що аргумент буде весомий, якщо я на своєму примірі. Да, вот мы начали с апреля месяца принимать таких пациентов. Где-то с конца августа пациентов пошло много. С сентября, октября их пошло очень много. Слава Богу, я держусь еще пока. У меня есть маска, у меня есть открытое окно. Все. Вот если мы будем думать о других, об окружающих, то я думаю, что мы снизим все-таки нашу заболеваемость. Вот. И ношение масок, да. Необхідно. Необхідно. А користування антисептиками – це більше як, ну, от, потрібно, так, якщо нам це радять. Але, власне, от як би ви це прокоментували? Чи поки не доведена їхня користь? Пока що на 100% ну, не впевнена, що антисептики нужны. Угу. Ну, это моё мнение. Угу. Потому что всё-таки путь передачи воздушно-капельный. Угу. Тобто через це і важливо носіння масок, так? Это основной путь передачи коронавирусной инфекции, да. Угу. А от відстань, безпечна відстань один від одного людини, чим вона рятує? Ну, тем, что если находиться на безопасном расстоянии, об этом говорит телевидение, 1,5 метра, угу. то частички вируса с выдыхаемым в воздухе не долетают до близстоящего человека. Поэтому плюс маска, плюс расстояние, и таким образом есть все равно какая-то защита. Ну, власне, з цього виникає питання, як можна заразитися від людини, в якої проходить ковід, протікає безсимптомно, вона не чхає і не кашляє, так? Яким чином вона може бути переносником цього захворювання? Ну, все равно, если вирус есть в организме, то так как передача, основной путь передачи воздушно-капельный, если человек выдыхает и рядом два человека стоят, достаточно двух человек, чтобы заболеть, заразиться, да, угу. и нету маски, при разговоре, при выдыхании угу. вирус попадает в дыхательные пути собеседника. Тобто дуже важливо носіння масок, от, в принципі, часто можна побачити, там вони приспущені, так? Ніс і рот мають закрити обов'язково. Так, да, да. Якщо носити маску, то носити правильно, і нос, і рот повинні бути закриті. Не на подбородке, не на лбу, не на голові, угу. а іменно вот нос і рот закриті. Пані Ольго, ну буквально ваші два слова поради нашим глядачам. Як вберегти в першу чергову спокій в цей період? Я все-таки советую не заниматься самолечением и довериться своему семейному доктору, которого вы выбрали. Доктор на связи. Всегда можно позвонить и узнать, стоит ли паниковать или нет. И все-таки оставаться спокойным, потому что если нервничать, переживать, не высыпаться,
то это тоже подрывает иммунную систему. Ну і на цих словах ми з вами закінчуємо наш ефір. Дякую вам за таку цікаву розмову. Дякую глядачам за те, що ви теж приєднувались до нашого діалогу. Сподіваємось, багато міфів нам вдалося сьогодні розібрати і багато в чому вам допомогти. Тож нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про коронавірус із лікарем загальної практики, сімейним лікарем багатопрофільної лікарні «Віта-центр» Ольгою Ярославівною Половинченко. Ну і на цьому все. Зберігайте спокій, будьте здорові. До побачення.